Этот сезон театр закрывает уже полюбившимся зрителям мюзиклом «В джазе только девушки». Выбор не случайен, говорят актеры, ведь именно этот спектакль всегда собирает аншлаги. Народной артистке Украины Елене Хохладкиной досталась роль крошки Сью. Ну, мы решили сегодня вот подарить, закрывая сезон, подарить этот праздник нашим любимым зрителям, потому что они нас очень любят, они нас поддерживают, они нас всегда радуют, и поэтому мы отвечаем им тем же, своей любовью. Лидия Бойко – постоянный зритель, знает все спектакли и имена актеров. Этот мюзикл считает жемчужиной репертуара. Спектакль оставил сумасшедшие впечатления. Добрые, смешные, настроение поднялось, и жизнь веселее. Актер Романий, от него просто ожидаешь, знаете, какого-то волшебства вот в игре. Актер от Бога. В зале ни одного свободного места. На торжественном закрытии сезона побывала и первая леди Людмила Янукович. Творческих успехов театральному составу пожелали и местные власти. На время этих каникул хочу пожелать прекрасных впечатлений, новых творческих решений, поисков и добро пожаловать в новый театральный сезон в сентябре. Этот сезон для театра был непростым, признается Наталья Волкова. Ушел из жизни художественный руководитель Марк Бравун. Но в целом творческий год прошел успешно. Зрителям показали 10 премьер. Сезон примечателен тем, что мы начали работу с новой режиссурой. У нас поставили два спектакля, замечательные режиссеры из Киева. Зритель нас любит, нам доверяет, и это нас подстегивает на новые свершения. Поэтому мы заканчиваем сезон несколько окрыленными, готовым к каким-то новым достижением, новым экспериментом. После отдыха театральная труппа отправится на гастроли в Мариуполь. В новом сезоне актеры обещают подготовить еще несколько постановок. Все карты раскрывать не стали, но отметили. Декорации некоторых спектаклей удивят и даже шокируют. Евгения Алдошина, Евгений Сысоев, «Панорама».